здесь вот вынесла автомойку. Надеюсь, все запущу, потому что, если честно, в прошлом году не так часто пользовалась. Но пользовалась тоже, здесь отмывала. Здесь выход из дома у собак. Здесь не просто грязно. Кобели выходят, и они сразу задирают здесь лапу. Это вообще просто. Это невозможно. Здесь вот вся вот эта вот кирпичная стена. Все здесь, вот это здесь. Все, конечно, они везде лапу задирают. Везде грязь. Надеюсь, сейчас у меня получится. Все, отмыть пылюка вообще страшная. Не сожрите мне тут ничего. Бетти и гречка. Вот, все собаки разбежались от шума. Слава богу, агрегат мой работает. Вроде все запустило. Сейчас вот специальным средством все обработала. Вообще, по честности скажу, мне иногда кажется, что это такой мартышкин труд я делаю. Вот я сейчас все отмою. Ну, как смогу, понятно, до идеала тут не сделаешь. А потом вот они все выйдут, лапы задерут. И хана. Моим старанием. Да ладно, вы что делаете? Вы что мы делаем, скажи? Воду мы запакостили. Я не знаю, сколько раз в день я ее меняю, эту воду. Не пей ее уже. Потому что здесь моют лапы некоторые товарищи. Да? Коврики тоже надо все помыть. Гречка. Да, мартышкин труд, честно говоря. Стало как сволочь. Вот вместо того, чтобы дома убираться, я вот такой вот занимаюсь вообще вот фигней. Хочу еще будку вот эту вот отмыть. Ну что же, они тут все изгваздали, лапами там попрыгают. Что здесь у нас в основном ведро с едой я ставлю, отсюда раздаю. Надо вот это вот все убрать, помыть, поставить здесь цветы. Хоть какой-то, хоть какая-то радость будет. Да, кефир? Не шастайте тут, тут химия налита. Долго, конечно, все это время занимает. Я вообще просто, ну, собственно, не только ноги, вся как быть. Я вся такая. Мне тоже нужно будет какой-нибудь потом усиленный душ принимать. Все, 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 быть, все, все, успокойся, все. Еще раз хочу сказать, мартышкин труд. Сейчас вот подсохнет, постелю сюда ковер. Выйдет жир, выйдет тайпан. Потом зайдет кеш, который сейчас в вольере. Все задерут лапу. Особый, конечно, нет. Грязь сбивает, конечно, несомненно. Гораздо чище становится. Понятно, в идеале здесь панели, а сюда плитку. Но, увы, я... Ты куда собралась такая, это, в этом? В соломе. Гречка. Ну, по крайней мере, такой грязинки нет. А и самое главное, вот этого запаха, пыли и мочи. Ну, просто невозможно. Вот к дому невозможно подойти. С одной стороны кошки, а с другой стороны собаки. Все, все, да, да, жарко, да. Окна тоже вот сейчас здесь хотя бы вот всю вот эту пыль сбила. Потому что, конечно, это все в дом. Этим всем приходится дышать. Хоть какая-то чистота.
Да, скажи, день прошел не зря. Кеф. Отмыла будку, слава богу, вообще. Понятно, тут и с тряпкой. Это, знаете, с той серии, как мне иногда спрашивают, а чем ты моешь? Я всегда отвечаю, руками. Потому что, конечно, понятно, что такой агрегат нужен, но без рук вообще никак. Yeah.